Легенда по имени Лун. Сегодня у нас юбилей, отличный возраст, всего 30 лет, самый расцвет красоты тела, силы духа и чистоты разума. Восточное единоборство – это учение и сложный комплекс духовной и философской культуры. Это многовековые традиции, находящиеся в непрестанном развитии. Восточное единоборство – неагрессивное, злоба и жестокость им чужды. У нас в восточных единоборствах много дорог, много путей. Одни занимаются, например, оздоровительными системами, другие – спортивными, третьи – прикладными. Но каким бы путем ни шел человек, он все равно приходит к одной и той же цели – совершенству. И становится не только более сильным, но более добрым, более спокойным, честным, понимающим, в общем, человечным. Все эти качества присущи воспитанникам нашей школы. С днем рождения, школа Лун! Дорогие друзья, разрешите для приветственного слова пригласить на сцену.